День России со штангой в руках. В эти выходные в Сыктывкаре прошло и первенство Республики Коми по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет. Спортсмены соревновались сразу в двух дисциплинах – рывке и толчке. Состязания выдались напряженными. Многие участники, несмотря на свой юный возраст, имеют за плечами уже несколько побед, в том числе и на всероссийских соревнованиях. А потому сдаваться никто не собирался. Многие привыкли, что к лету, летом уже надо отдыхать, а тут надо тренироваться, пахать, грубо говоря. Но ребята тренировались, вот готовились к этому периоду. Все-таки и заранее было известно, что соревнования будут. И поэтому, в принципе, подготовка нормальная. Но у нас еще есть месяц до первенства. Нынешние соревнования стали возможностью не только проверить свои силы, но и отобраться на другие состязания. Так, через 2,5 недели лучшие спортсмены отправятся защищать честь нашей республики на первенстве России. А чуть позже состоится и спартакиада, где представители Коми поборются сразу в 3 возрастных категориях.